Всем привет! Это «Техника здоровья», и сегодня мы с вами попробуем приготовить мороженое растительных, только с растительных компонентов, на мороженице Nemax. Мы увидим, как это просто. Для того, чтобы приготовить мороженое, нам понадобится блендер, собственно, сама мороженица и ингредиенты. Мороженицу обязательно надо включить за 5 минут, чтобы она охладилась. Что мы и делаем. У нас сегодня будет шоколадное мороженое. Берем авокадо спелый, одно авокадо, полстакана натурального какао, треть стакана какао-бобов и один стакан фиников, предварительно замоченных минут 15 в холодной воде. Сливочный вкус нам придаст кокосовое молоко. 400 мл нам понадобится. Включаем. Наш аппарат работает, а мы подождем 30 минут. Наконец, наша мороженка готова. Будем пробовать. Вот такая неотъемлемая часть мороженого – это ложка, которая делает классические шарики. Ой, друзья, ну что может быть лучше, чем свое собственное приготовление мороженое? Да еще из правильных ингредиентов, без сахара, абсолютно здоровое лакомство, которое не то что не испортит вам фигуру, но еще и улучшит ваше здоровье. Мы всегда рады видеть вас в нашем шоуруме, где модели эти выставлены. Вы можете проконсультироваться дополнительно по каким-то вопросам, либо на нашем сайте technika-здоровье.рф. Всем здоровья, благополучия и долголетия. С вами была Ольга Лебедь.